Держайся 1000 до 600 метров. Высоко 1000. До 600 метров до Каркачанки. Стопор. Стопор устойчивый. Стопор устойчивый. Не могу остановиться. Вербицкий, высота 340. Выводи скорее. Не выводится. Выводи скорее. Не выводится. Не выходит! Ну же, выводи! Не выходи! Справа спирала! Не выводится! Не могу выбраться! Не могу выбраться! Не должен! Не могу выбраться! Курва твою мать! Доброе утро. Вербицкий. Сада 340. Скорее! Не выводится. Не выходит. Правое вращение. Не могу выбраться. Мы ничего не поняли из этой записи без объяснений. Без объяснений. Кстати, планера не будет допущен к полету. А до выезда? Чемпионат уже не за горами. Недалеко. Вы можете отказаться от тренировок в Испании. Мы там еще не летали, там сложное место. И это чемпионат мира. Аргентина тоже была, у нас не хватало времени на тренировки, но мы все-таки справились, вот и все. Исключительно хороший планер. В воздухе он себя ведет безупречно, все же он не вышел из штопора. И Стефан Вербицкий погиб на пирате. Первыми на чемпионате мира были поляки.
Не отменяйте пока, дайте мне немного времени. Хорошо, мы дам вам немного времени. Ну что сказать, Лилька, наверное, познакомится с тобой поближе. Не познавать поварка, кто пилотует. Планер пилотирует шафранский. Ты хорошо его знаешь? Я не пью, але jesteśmy поймели. Как ты узнал, что это он? Я пилот, мне кажется, что каждый из нас пилотирует по-разному. Иногда мы можем сказать, потому что кто как набирает. Часами можно познать, кто додает ему газу. Привет, приятель, у меня нет инструкторов. Ты мог бы завтра провести нам курс планеризма? Я? Так. Одьютра. Не, ну это невозможно. Я еду с Павлом в отпуск. Я обещал Павлу, не хочу, чтобы он вас строил. Павел посидит с отцом в парке, подождет тебя. Может быть, в другой раз. Павел, посидишь с отцом в парку? Не, на тобе тоже выйдем. Ну, видишь, неможливо. Страшно, перепрошу. Может, иным разом. Честь. До видания. Собирайте. Павел тренируется в городе Ханка. Позвонили? Нет, мы не звонили. Я приготовил его бутерброд. Быстрее переодевайся. Собирайся уже. А что Герман делает в Вене? Пакуй свои учебники. А почему он в Вене? Пакуй книжки. Пакуй. А для в Вене? Там находится штаб-квартира агентства ООН, с которой работает дядя Поппи. И все поют туда? Ты рад этому? История тоже. Я тоже, это будет настоящий праздник. Что это будет за вакансии? Тетя Ханна! Ты уже знаешь, что случилось с Вержбицким? О чем? Стало się coś? Волсовский. На пирате. Как это произошло? Вошел в штопор с тысяч метров и не смог вывести. Павел, мы ждем! Семья знает? Wie. Да, сегодня я буду с ними. Będę у них dzisiaj. Może pójść Нужна tam? Помощь. Co im pomoże? Я им помогу, а ты собирайся в отпуск. Я не хочу, чтобы плакал этот мальчик. Не плачь. Я не плачу. В чем причина? Ошибки в конструкции. Chyba tak. Я не знаю. Myślałam, мы собираемся уходить. Musiałem, мне придется уйти. Piotr, вы что, сумасшедшие летать на нем? Co mnie tak bronisz? Я вмешиваться не в свое дело. Jestem twoim lekarzem. Я ваш врач, я первый напишу, что вы не допущены до полетов по своему психическому здоровью. Хватит. Przepraszam. Извините, извините, вы собрались? Вы ничего не забыли? Так ничего что же вы ждете? Ну, то на что чекаете? Я сдам. До свидания, до свидания. Будьте осторожны в дороге. Уважайте на себе. Ну, удачи, будь здоров. Сервус. Будь здоров. Сервус, Петр. Честь, честь. Подожди. Юрек. Юрек.
Czy ty się niczego nie domyślasz? Ty что nie podozrываешь? Wszystko przebadane. Все конструкции сыдулись нормальные. Понятия не имею, что произошло. Это впервые за 20 лет. И такая справа. Ну, cześć. Будь здоров. Не слишком быстро едем. Успокойся. Эти гонки трудно назвать утром. Едь, пожалуйста, помедленно, хотя бы ради Павла. Руль удобно сделать. Все под рукой. Да, даже дворники и омыватель стекла. Еще вы ее отсюда. Самолет, смотрите, смотрите. Папа, папа, сколько дней мы пробудем вместе с тобой? Тато? Пап, пап! Тато? Пап, пап! Что ты там знову лечишь? Извините, он у нас непоследливый, как воробей. И минуту покоя. Энрек, зачем? Может быть, остановимся? А что сейчас? Что случилось? Ты был попрощаться с девушкой? Ладно. Что ж, наш отпуск начинается хорошо. Ничего не понимаю. Я слушаю, это Петр. Петр? Здравствуй, слушай, а какие штопоры бывают перегрузки? Какие могут быть притяжения? Новосольский передал мне материалы по испытанию. Это не то. И я все посчитал, не то чтобы... Я думаю, он не развалился, к тому же это было у всех на глазах. Хотя некоторые узлы были естественным образом перекручены. Но это, в принципе, и не удивительно после падения с такой высоты. Нет, это был отличный пилот, с отменной реакцией. Реагировал блисковичнее. Ничем не давал все заскочить. Удивительно, конечно, отличный летчик, быстрый, но вот... Импульсивный, шибкий. Моим здоровьем. По-моему, надо попытаться выяснить, что там произошло. У вас остался только Зигмунд. Но вы знаете, что он не очень. А наш доктор сказал вам отдыхать. По всей видимости, придется испытывать все-таки Зигмунду. Thank you.
Папа, что это там? Не вем! Я не знаю, позже посмотрим. Певне! Конечно! Не бойся! Не пугай! Смотришь на него. Тато, кто есть? Папа, куда ты собрал? Павел. Осторожнее, тато. Павел. Видишь ли? А где ты приедешь? Ты уезжаешь. Послушай меня, Павел. Послушай меня, Павел. Przecież я jestem pilotem doświadczonym. В конце концов, я такой же опытный пилот, как и Стефан. Но Стефан погиб. Стефану было бы обидно, если бы производство за 100 раз... Продукция этого нового шибовца уткнула, то смерть Стефана была бы, как гдыбы надармо, разумеешь? Пойми же, иначе смерть Стефана будет напрасным. Да тому же тогда на чемпионате мира не будет поляков. Папа, запомни. Павел всегда с тобой. Почему же Стефан не выпрыгнул? Мы пока этого не знаем. Вероятно, пытался вывести правильный планер штопора, а потом было уже поздно. Папа, ты должен лететь на этом пирате? Я должен довести дело до конца. Здравствуйте, вы водитель? Вы можете отвезти меня в Варшаву? Да, конечно. Большое спасибо. Стоп! 10 секунд в итоге. Много. За эти 10 секунд ты опустишься на 500 метров. Это очень много. И в запасе почти ничего не останется. Старт! Стоп! 8 секунд. На испытаниях это будет 440 метров. Но не надо забывать и о перегрузке. Вам нужно отдохнуть. Сколько заняло времени? 6 секунд. То есть 330 метров. Полетишь утром.
polecę za pół godziny. Ja lecił через полчаса. Майл, готов самолет. Майл Михайлович, пан приготовит самолет до холования. To stracę czas. Nie будем терять время. Oto zaczepiam nogą. Dzień dobry, panie. Доброе утро, девушка. Я хотел бы дать телеграмму. Мой номер 1795-102. Как охота. Что здесь Павел Вилкаш? У меня для него телеграмма. Я Павел Вилкаш. Он говорит правду. Вам пришла телеграмма. От кого? Этого я не знаю. Прочитайте, пожалуйста. Но это не запрещено. Прочитайте, пожалуйста. Мой приезд откладывается на несколько дней. Сообщу, как освобожусь. Мне не нужно было его отпускать одного. Самого. Здравствуйте, доброе утро. Это Павел Вилькаш. Я могу поговорить с отцом? День добрый, Павелку. Привет, Павел. Навешь. Извини, твой отец не может сейчас подойти. Позже позвони. Не могу пусть. Позже я не могу. Почта в Рогожнице работает только до 16:00. Он точно не может подойти. Папа не может сейчас подойти. Он сидит привязанный ремня. Где сидит? Что? Где сидит? Как где сидит? В кабине планера сидит. Он что, должен лететь? Нужно проводить испытания до конца. Он полетит завтра утром в 6. Павел звонил. Да. Он получил мою телеграмму. Да, получил. Мы с ним немного поболтали. Начинай выжить. Поднимайтесь до 2000 метров. На 2000 метров. Я знаю. Высота 2000. До 1700 сходы Куркачанген. Высота 2700. Вхожу статичный вправо, вправо штопор. Скорость 65. 65. 64. 64. Начинается вращение. Сделал первый виток. Друга. Второй. Trzecia. Третий. Czwarta. Четвертый. Piąta. Пятый. Wyprowadzam. Wywożu. Wyszedł bez opór. Wywiel bez problem. Wysota 1500. Wprowadzam korkociąg statycznie w lewo. Wyprowadzam. Wywożu. Wywodzica bez problem.
Высокość 2500. Высота 2500 метров. Скорость 63. 63. Вибрация. 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 Валивание. Ponawiam próbę. Попробуем снова. Выводится нормально. Первый виток. Друга. Второй. Выпроводам. Вывожу. Вышел. Вывел. Высокость 2500. 63. 63. Дрожание. Вибрация. Дрожание. Вибрация. Первый виток. Друга. Второй. Trzecia. Третий. Выпроводам. Вывожу. Вышел без опоров. Вышел без проблем. Продолжаем испытание. Попробуем снова. Ponawiam próbę. Выходит из стопора нормально. Спасибо. Зараз вруч. Я скоро вернусь. Вушта. Дякую тебе. Извини.
Оставь что-то это себе. День добрый, доброе утро, говорит Вильфер. Простите, что так рано. У меня есть дело к Юрику. Он ты вышел? Да. Большое спасибо. Ага. Я ну, попробую его разыскать. Может, я как-то его найду. До свидания. Томаш. О, я как раз тебе звонил. Лодки. Только то, мне пришло в голову, что элероны были заблокированы, и это привело к устойчивому стопу. Нам нужно это проверить. А сколько открывается ангар? Ты хоть поспал? Я еще не спал, хотя бы 3 часа бы поспать. Пойдем прогуляемся. У меня будут большие неприятности, но подожди немного, я его найду. Он делает обход всех зданий. Поэтому полчаса его нужно подождать. Ищите мистера Войтека, я подпишу отчет. Извините, но мы не можем поступить иначе. Нужно заканчивать испытание. Результат 1600. Устойчивый штопор. Вращение устойчивое. Вращение устойчивое. Он говорит, что вошел в устойчивый штопор. Что ты можешь сказать о его личности? О его характере, да спокойным он был. Это слышно по отчетам, которые он давал. Мне кажется, он сделал что-то еще. Когда он сказал, что испытания закончены, по всей видимости, он почувствовал, что больше не может вывести планер, и затем заблокировал элероны. Может такое быть? Может. Вполне возможно. Нам нужно это попробовать. Пане инженере, но слово дает, так не можно. Адам, ключи от ангара. Добже, я сейчас все подпишу. Я сам открою, может кто-то из сотрудников уже там. Нам понадобится 5 человек, чтобы помочь проверить его. Готовы? Вниз. Взяли. Вверх. Гура. Нет никакой деформации. Господа инженеры, еще раз попробуем. Вверх. Гура. Вниз. Вверх. Вниз. Гура. Деформация крыла отсутствует. А это я, первое, что я проверил после аварии Вертбискерске. Согласитесь, что это наиболее вероятно. Но это невозможно проверить на Земле. Нужно лететь, хотим мы этого или нет. Więc muszę cholera zrobić to zacięcie sterów. W locie zaciąć stery na amen, żeby dron. Нужно рисковать. Ale wtedy. Ale to jest единственный шанс выяснить причину аварии Вербицкого. Я не буду менять номер, не, пожалуйста. Прошу. Вообще-то нормальные люди еще спят. Понимаешь, видишь, парень требует звонка. И что ты предлагаешь? Если мы выдвинемся в Варшаву сейчас, то на квартиру инженера приедем в 20.00. Варшава на проводе. Алло, это квартира инженера? Mówi Простите, Anna. Что так рано, но совершенно нет времени. Так вчесну поры, але... Ах, не ма. Спасибо, ничего Rozum. Пока делать не нужно. Так, разумеем. Дякую. Але, извините еще coś... раз. До той поры нет. Так, еще раз. До свидания. До видения. Только не вам припадки. Только не вздумай сразу ехать в Варшаву. Помни, на то, что помни я на это не согласен. Thank you.
Dlaczego nie śpisz? Почему бы тебе не поспать? Не хочет. Wszystko robi tak, tak, tak? Tak, to bez Watsa. Nie mógłbyś trochę nie mógł szybciej? Jechać немного быстрее. Okay. Хорошо. No to się Нам поспишь. Нужно торопиться. Все за ангаром. Чекаю за ангаром. Но будем надеяться, до этого не дойдет. Мы нам догнали. Ничего, держись. Высота 2000. Распочинам первую Начинаю пробу. Первую попытку. Динамический скажет в левый штопор. Устойчивый штопор. Левого закрента. Вывожу. Начинаю вправо. Делаю 4 правых витка. Вправо. Поняли. Начинайте вправо. Первый. Друга. Второй. Третья. Третий. Чварта. Четвертый. Выпроводам. Вывожу. Вышел нормально. Высота 2000. Вышел из правого штопора. Сейчас войду в левый штопор. Поняли, начинайте левый. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Вывожу. Теперь смотрите, чтобы не упал вам на голову. Делаю 6 витков вправо. Первый виток. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Вывожу. Вышел. Вот холера. Попробую снова. Делаю 6 витков влево. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Выхожу.
Прекратить вращение! Стой! Не могу! Не выводится! Совсем хреново. Перегрузки не давал ли выпрыгнуть? Да, добрже. Хорошо, что начал с 500 метров. Вербицкий был ниже. Там слишком гибкая полоса блокировки элеронов. Он ее перегнул и погиб. Да, из-за нее он и погиб. Людские жизни. Такую деформацию никто не мог предвидеть. Так что мы исправим это и поедем на чемпионат. Доброе утро. Доброе утро. Предъявите, пожалуйста, документы. Сейчас достану. Ваш номер? Иностранное и польское гражданство? Я знаю, что превышал скорость. Мы не могли бы идти иначе. Моя жена врач, мы думали, что произойдет авария. Тато! Папа! Павел! Вы выяснили причину аварии? Да, нам больше не нужно идти на риск. Ты больше не полетишь? Теперь мы можем вернуться и продолжить отдых. Ну как, вернемся обратно на 600 километров или не стоит? 300 километров с поворотом? Я этого не позволю, не будем прерывать Запись закончена.